Никто не будет спорить, что счастье каждого из нас заключается в семье. И по-настоящему истинную радость мы испытываем только тогда, когда она рядом. Ведь без родных людей незначительными становятся все богатства на земле. Семья. В пяти буквах заключено столько тепла и искренности, купаясь в которых человек получает новый импульс для жизни. Семья – это тихая гавань, уютный домик – это источник любви. Этот праздник позволяет нам лишний раз задуматься о ценности семьи, о ее роли в жизни каждого из нас. Ведь семья – это самое важное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, заботе, уважению, доверию друг другу. И, конечно же, именно в органах ЗАГС создаются наши семьи. В этом году отделом ЗАГС Брестского горосполкома уже создано 403 семьи. Хотелось бы отметить, что большая часть наших молодых людей, наши женихи и невесты, вступали в брак оба впервые. Но также хотелось бы обратить внимание на то, что наши молодожены очень ответственно и осознанно относятся к созданию семьи и вступают в брак уже в достаточно таком осмысленном возрасте. Именно с создания семьи начинается и жизнь маленького человека. В Брестской области за прошедшее время 2024 года зарегистрировано 1079 новорожденных. Каждое рождение, каждый первый крик малыша – это большая радость для семьи. Но чтобы малыш появился на свет здоровый и радовал родителей, нужно с юных лет следить за своим здоровьем. В настоящее время при планировании беременности важное место занимает прегравидарная подготовка. Прегравидарная подготовка – это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий по подготовке организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка. Важным при подготовке к беременности для будущей мамы является сбалансированное питание, контроль веса, отказ от вредных привычек, санация хронических очагов инфекции. Но не стоит забывать, что ответственность за наступление беременности лежит не только на маме, но и на будущем папе. В процессе подготовки к планированию беременности мужчина должен отказаться от вредных привычек, избегать стрессов, посетить врача-уролога и терапевта. В случае возникновения проблем с зачатием и вынашиванием будущего ребенка, супружеская пара может обратиться в медико-генетическую консультацию учреждения здравоохранения Брестский областной родильный дом и получить доступную, высококвалифицированную помощь и обследование у врачей-акушеров-гинекологов, генетиков, специалистов ультразвуковой диагностики, врача-уролога. Какими будут отношения между родителями и детьми, какие взгляды будут у родителей на окружающую действительность, как уважать и ценить друг друга? Эти и другие вопросы обсуждались в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на пресс-конференции с участием специалистов, деятельность которых связана с идеями праздника. А они, эти идеи, в том, что семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая блистательная карьера и материальные блага не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия.